Дамы и господа, знакомьтесь с соперниками. Боец в синем углу. Ему 22 года, рост 178 сантиметров, вес 83 килограмма 900 граммов. Его стиль ММА, его профессиональный рекорд. 3 боя, 2 победы при 1 поражении. Представляющий леваши Россия, Шамсудин Магомедов! Его соперник боец в красном углу. Бойцу 23 года, рост 183 сантиметра, вес 83,5 килограмма. Он мастер кикбоксинга, его профессиональный рекорд. 2 боя, 1 победа. Представляющий Гудермес Россия, Зубайр Хатуев! Рефери поединка Гирихан Шибилов. Полусредняя весовая категория, то есть вес 77 килограммов. Шамсудин Магомедов против Зубайра Хатуева. Да, внешне показалось, что Шамсудин покрепче. Просто покрупнее своего визави. И первый калфкик, опять же, сегодня их довольно много на турнире Young Eagle 47. И вот такой бросок, атака на скачке. Начинается борьба. Какое бодрое начало у этого противостояния. Боковой контроль мастит. А здесь боец из синего угла. Да, фантастическое начало. По эмоциям полетели просто друг на друга парни. И сейчас задача одного, да, вот так коленом поработать по корпусу. Хатуев контролирует. Опять же мастит Магомедов. Колено не заводит. Не рискует таким образом Зубайр Хатуев. Довольствуется малым контролем, так скажем. И с оттяжкой один удар все-таки произошел на коротке. Минут всего лишь прошла, отключает руку. И шанс для Шамсудина подняться здесь. И что, удушающий сразу идет? Ничего себе. Вторую ногу не заправляет при этом Хатуев. Да, хотя по-хорошему как раз таки надо это сделать. Да, вот когда рука не мешает. Но все-таки поднимает бедро, не дает здесь вставить второй крючок. Да, сложная ситуация складывается здесь для Магомедова. Вот теперь обе... Нет, одна нога заправлена. И провернулся в гарде Шамсудин. Это определенный успех для него. Теперь он уже может здесь набирать очки. Еще раз напоминаем, гард позиция равнозначная. Здесь самое главное, кто наносит больше урона. Корпуса вперед идет Шамсудин Магомедов, пытается обойти защиту. Чем ответит Хатуев? Берет руку там на кимуру. Завел в другую сторону, нет, узел плеча пытается провернуть, оказывается в полном маунте. Смотрим, смотрим. И пытается дальше крутить эту как раз опорную руку. И пробует, нет, не получится, но позиция-то какая хорошая у Хатуева. Да, бери и бей, и выигрывай поединок. Очень тяжело, какой высокий гард был. Бэкмаунт, попытка захода на удушение. Смотрим, и пошло давление. Что? Все, все. Нет, даже не постучал, кажется, или успел. Ну, в себя сразу же пришел Шамсудин Магомедов. Зубайр Хатуев. Блестящая победа. Быстрая, стремительная. Особенно, конечно, здорово получилось через кимуру выйти в маунт. Иностранные специалисты также здесь, вот видите. Смотрим повторы. И вот такой блестящий удушающий прием в самой концовке. Бойцы приглашаются на середину. И слушаем Владимир Кочкин. Итак, уважаемые дамы и господа, время остановки этого поединка 2 минута 44 секунда первого раунда.
Удушающим приемом победу одержал боец в красном углу клетки Супер Хатуев! И аплодисменты его сопернику Шамсудину Магомедову.